Вас приветствует горнолыжный творческий клуб «Чедети», собрание людей, которые живут душой в горах, которые раз в год обязательно выезжают туда в конце марта и ездят по тем горам, которые открыл для нас Юрий Висбор. Клуб называется «Чедети», от слова «Чедет» в Трилебрусье. Это место, где все нормальные советские люди катались на горных лыжах и, дай бог, еще будут кататься. И именно там, в 2006 году, нашим клубом и, конечно, при содействии многих-многих почитателей Юрия Висбора была открыта красивая мемориальная доска Юрия Висбора. Песня называется «Завтрак с видом на Эльбрус». Мы ночевали на приюте среди снегов, ветров и скал, непритязательном уюте, где звезды около виска, где дверь негромко, мелодично поет приветствия слова, где Юрий Иосифович Висбор когда-то тоже ночевал. Мы много любили, много пели, забыв о грусти росту цель, и вместе над землей летели в кафе стеклянного кольца. И под заснеженным карнизом слагались нужные слова, и Юрий Иосифович Висбор нам с неба тихо подпевал. Больше некуда, дружок, торопиться, жизнь сама нарисовалась уже. Время прошлое стекает в одницы, мы с тобой, брат, на небе уже. Время прошлое стекает в одницы, мы с тобой, брат, на небе уже. Нас эта жизнь всегда учила, не верь, не бойся, не проси. Ищи друзей согласно чина, а боли вслух не голоси. Оплетки так же, как отворки, пусть не кружится голова. И драгоценней нет находки, хоть раз на небе побывай. Больше некуда, дружок, торопиться, жизнь сама нарисовала сюжет. Время прошлое стекает традицией, мы с тобой, брат, на небе уже. Время прошлое стекает водицы, мы с тобой, брат, на небе уже. И был восход над всей планетой, и завтрак с видом на Эльбрус, и нам лила шевчетка света зеленый терпкий чая вкус. И мы на лыжах мчались к низу, и вновь февраль был на дворе, и Юрий Иосифович Висбор нам улыбался из двери. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается в март, скоро нам ехать домой. Больше не буду, дружок, торопиться, жизнь сама нарисовала сюжет. Время прошлое стекает водицей, мы с тобою, брат, на небе уже. Время прошлое стекает водицей, мы с тобою, брат, на небе уже. Дорогие друзья, и еще один момент. Вот день рождения сегодня у нашего замечательного человека, у Миши. Это судьба, это Господь Бог.